Приветствую, друзья! Звезда Героя Советского Союза с AliExpress. Всего за $15.61 награда найдет своего героя. Именно столько она стоила на момент заказа. Что из себя представляла медаль «Золотая звезда»? Знак отличия лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза. Установлен в 1939 году. Являлся высшей наградой. За всю историю с 1939 по 1991 годы было награждено 12 776 человек. Вместе с медалью вручался высший орден СССР, орден Ленина. Но при заказе звезды он в комплекте почему-то не идет. Но можно заказать отдельно. Медаль, конечно же, стилизованная и не является точной копией. Изготовлена из металла, покрытого позолотой. Оригинал, кстати, был изготовлен из золота 950-й пробы. На обратной стороне номер и надпись «Герой СССР». Размеры соответствуют оригиналу. У звезды от центра до края луча 15 мм. Колодка размером 15 на 25 мм. Обтянута тесьмой. С обратной стороны заколка. А в оригинале, кстати, была закрутка. Но на AliExpress можно найти медаль и с закруткой. Я ее потом, позже только нашел. И колодка была обтянута шелковой мауровой лентой оригинала. Общий вес медали 20 грамм. Вес оригинальный был 35 грамм. Если вы считаете, что были забытым героем, то можете присвоить себе награду при помощи AliExpress. Если кроме шуток, то есть исторические реконструкции, где форму надо оформить медалями, использовать в съемках фильмов или сюжетов, или просто хранить как память о героях прошлых лет. Где найти звезду Героя Советского Союза на AliExpress? Ссылка в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.